На удостоверение. Хорошо, очень хорошо. Вот он... Кроме того, я имею право снимать все, что... Документы у вас при себе есть. Все документы есть при себе. Ну, где они у вас находятся? У меня здесь. Ну, показывайте мне свои документы. Поехали в отделение. Ну, куда я не поеду, я пока здесь буду. Что вы хотите? Значит, сначала установят ваши личности, дальше мы в РУВД поедем. И от 8 квартир подадим заявление. Хорошо, сейчас. Я имею право снимать.